Здравствуйте. Сегодня постараюсь ответить на ваши вопросы. На что воздействует кинезиотейпирование? Кинезиотейпирование воздействует на 5 главных физиологических систем. Это кожа, это фасция, это периферическое кровообращение, это лимфатическая система, это мышцы, это суставы. Следовательно, кинезиотейпирование мы применяем при мышечном дисбалансе, мы можем применять кинезиотейпирование при постуральной нестабильности, при патологических состояниях кровообращения, лимфатической системы, при повреждениях связок, сухожилий, суставов. Также кинезиотейпирование мы можем применять при фасциальных спайках, рубцах, при патологическом двигательном стереотипе. Также кинезиотейпирование эффективно при неврологических состояниях. Методика доказана, мы очень активно ею пользуемся. Попробуйте. Если это видео было вам полезно, подписывайтесь, чтобы не пропустить мое следующее видео. Всем спасибо, всем пока.